Приветствую, друзья! Сегодня хочу в этом видео вам рассказать про подошву на болгарку. Вот такая металлическая, вот она. Вот с таким шестигранным ключом, который одевается на шестигранники, закручивается на корпус редуктора. Три болтика затягиваются шестигранником. И прикручивается ручка тоже как крепеж и в то же время как ручка для удержания. Со всех сторон она может прикручиваться. Вот такая вот. Мне сегодня понадобилось отпилить вот от такой дощечки ровно сантиметр. Вот я выставил уровень, направляющую поставил, саму вот эту доску прижал струбцинами обыкновенными. Позже потом, вот после всего видео, разложу все это, да, сниму и покажу, как это все одевается, снимается. Выставил вот такие прищепочки, у меня есть. Прищепки мне не помешают при движении этой подошвы. Вот этим приспособлением решил сегодня воспользоваться, потому что у меня нет под рукой циркулярной пилы полноценной, которая, ну, с подошвы взял и разметил и отрезал. У меня сейчас нет под рукой, и вот такой вот приходится вот болгаркой исполнять. Вот такой я поставил диск на УШМ-ку. Ну, вот эта шайба быстро зажимная, зажал. Вот этот диск, ну, как бы такой щадящий пропил. Сейчас попробуем, ну, не попробуем, а вернее я отпилю ровно сантиметр вот на этой дощечке. Вот я замерил, то есть я как вот так вот приложил болгарку с этой подошвой вдоль уровня и разметил себе ровно вот сантиметр линеечкой. Вот такая у меня линеечка, она гибенькая такая. Вот, вот так гнется, кстати. Хорошая вещь, удобная. Если что, вот так вот можно раз и углом, то есть ее подогнуть вот так вот. Что-нибудь кривое можно измерять. И она вот такая вот, это, с лучо под рукой всегда пригодится. Ну, обычно кафельщики ее, плиточники, используют как направляющую резать алмазным диском плитку. Ну, и вот как направляющая для древесины она тоже ничем не хуже. Включу машинку. Ну и отпилим, посмотрим, как она отпилит. И заодно вот этот диск, да, тоже нашумевший в интернете, это бошевский у меня диск. Есть уже сейчас такие диски уже от других производителей, более дешевые и неплохого качества. Вот этим диском нормально пилить, кстати, древесину с минимальными сколами и разрывами. Про вот это вот, как я выставлял уровень, это я замучился вообще, ужас просто. Ну, не уровень, а направляющую вот этими струбцинами. Было бы удобно, если бы здесь были барашки, просто тупо барашками закрутил, вот, и ручку вставил, тоже закрутил. А так приходится постоянно вот этим ключом все время вот так вот. Ты прицеливаешься, выставляешь уровень, выставляешь этот наклон диска. Он должен быть, кстати, я вот его выставил. Он у меня идеально сейчас по углу. Вот тут вот. То есть спил будет ровный. Вот. Но было бы лучше, если бы здесь, конечно, барашки были. Я поставлю в итоге барашки. Надо сбегать купить в крепеже. А то вот этим ключом все время мимо. Ты прицеливаешься, а ты и стараешься поймать этот момент. Так что вот такой косяк. А сама подошва, конечно, тоже, ну, нормальная, выручает. На любую болгарку она подходит. Так, сейчас давайте я сейчас тогда покажу. Сейчас. Смотрите, я буду пилить на средних оборотах. Я не знаю, как тут по цифрам они, конечно, идут. Я четверку вот ставлю. Это где-то 750 ватт. Ну и 9000 оборотов, ну до 9000 оборотов, ну как у циркулярки примерно, вот так вот получится. Ну вот включаешь и прикладываешь сейчас. Вот.
смотрите, чисто отрезал, прекрасно. Здесь вот тоже никакого разрыва. Вот единственное, вот здесь вот я все-таки сильно высоко, ну, поднял диск, можно было бы его глубже. Но ничего, мне вот это я зачищу просто. Ну, вот тут, оно даже рукой, вот, смотрите, все вытерлось. Да, вот, идеальный пропил получился. И вот мне надо было строго-строго сантиметр вот это вот отпилить. Так что вот, друзья, такая приспособа вполне, я считаю, ну, альтернатива. Я не буду говорить, что это за производитель. Все и так могут найти, посмотреть в этом в интернете, там подошва для болгарки, все направляющая. Ну, и все. И вот, вот такой вот вполне годная приспособа. В следующем видео я еще расскажу вот про эту приспособу, насколько она меня выручила. Она как стойка для меня тоже очень-очень пригодилась. Она может быть стойкой. Вы себе... Это просто элементарно. Я покажу следующее видео. Вот. А сегодня как подошва для распиливания древесины. Вот на этом все. Спасибо. Я думаю, кому-то пригодится это видео как урок или там, ну, кто интересуется деревом и мастерством различного характера. Всем спасибо, всем пока. Так, друзья, товарищи, вот вставляю кусок видео про струбцины. Ну, вот такая прищепка, это вот была, вот она. Вот такая, их парами продаются. Ну, и вот струбцина обыкновенная. Такая пистолетного типа.